Друзья, всех приветствую на нашем канале. Сегодня хочу поделиться небольшой информацией о недвижимости в Португалии. При выборе недвижимости в Европе стоит обратить внимание на Португалию. Маленькая и уютная страна, в которой можно купить и дом в курортном месте, например, Алагарве, а можно и квартиру в столице в Лиссабоне. При покупке недвижимости у иностранцев обычно не возникает проблем, так как законодательство Португалии разрешает покупать недвижимость без ограничений, как юридическим лицам, так и простым гражданам. В стране строится много нового жилья. Это современные удобные квартиры со всеми инфраструктурами. Есть квартиры-студии, одно- и двухкомнатные. Такие квартиры являются хорошим вложением средств и сдаются в аренду при помощи местных управляющих компаний. Цены на недвижимость разные. Жилье у океана или в столице дороже, чем в лесистой местности. И колеблется от 40 тысяч евро на квартиры и от 120 тысяч евро на дома. Если вы обратитесь в нашу компанию, то мы поможем вам найти квартиру или дом, в которой вам будет удобно жить, и вы будете получать доход, сдавая его в аренду. Плюсы покупки недвижимости в Португалии. Права на частную собственность в Португалии защищены Конституцией, невысокие цены по сравнению с другими европейскими странами, страна с высоким уровнем безопасности. Покупка недвижимости в Португалии дает возможность получить шенгенскую визу на 180 дней в году для собственника и членов его семьи. При покупке недвижимости на сумму 500 тысяч евро есть возможность получить вид на жительство. Возможно, выгодно сдавать недвижимость для получения дохода. Оформление недвижимости. Оформление недвижимости проходит в два этапа – предварительный и основной договор. В предварительном договоре указывается объект приобретаемой недвижимости и сумма задатка. Обычно это 10-20% от сделки. Договор подписывается в адвокатской конторе. После его подписания продавец не имеет права предлагать и продавать свою недвижимость. И если менять свое решение, то возвращает сумму задатка в двойном размере. Между подписанием предварительного и основного договора проходит 3-6 месяцев, так как требует местное законодательство. За это время проверяется отсутствие обременений, общая законность сделки и возможность ее проведения. Покупатель в это время перечисляет оставшуюся сумму продавцу, оплачивает услугу нотариуса и налоги. Друзья, если вы хотите приобрести недвижимость в Португалии, обращайтесь в нашу компанию. Здесь вы можете быть уверены в том, что получите комплексное сопровождение покупки, начиная от выбора недвижимости согласно вашим предпочтениям и заканчивая подписанием основного договора купли-продажи.